безусловно, она стала трагической фигурой, трагически одинокой женщиной в покинутом замке, двор которого зарастал травой, а она выходила на него в платье с вуалью, так напоминавшим платье невесты, и фотографировалась на этом фоне. Пронзительными документами, пронзительными чувствами наполнена эта жизнь. Рассказывают о преследовании, об агрессии Ольги по отношению к Паблу. Я думаю, что это была скорее такая тихая печаль, сродни той меланхолии, которая была у нее в 20-е годы. Но эта меланхолия все ширилась и, в конце концов, полностью заполнила жизнь Ольги и лишила ее сил. Недаром Пикассо пережил ее почти на 20 лет.